Здравствуйте, с вами доктор Кофе Машин. Сегодня мы рассмотрим, как разобрать вот такую капсульную кофеварку, кофемашину, Lavazza. Вот так она выглядит. Так, приступаем. Вынимаем бункер отходов. Откручиваем винтик. Снизу. Под ножкой спрятаны еще одни винтики. Так. Сдвигаем вверх. Вот такая, вот так вот. С небольшим аналогичным щелчком. И аналогично снимается вторая крышка.